Дарите женщинам цветы. В художественном центре открылась выставка пейзажей. На каждой картине уникальные растения нашего края и, конечно, экзотические цветы. Работы представили преподаватели детской художественной школы номер один и частные авторы. Мы специально и рассчитывали, чтобы наши дорогие мужчины пришли и выбрали подарок для своих любимых женщин. Тем более это цветы, которые будут стоять не неделю, а будут у них дома находиться всю их жизнь. Я думаю, что женщины будут очень рады такому подарку. Эта экспозиция будет работать месяц. Картины, выполненные с любовью, наверняка найдут своего почитателя.